Ты вернешься когда-нибудь снова. Одиноко и так незнакомо. Ты вернешься когда-нибудь снова ко мне. Ты вернешься когда-то однажды, когда для всех мы будем просто не важны. Ты вернешься когда-нибудь снова. Конечно, супер. И у нас супер. Солнце такое было совершенно вчера. А, замечательно. Друзья, на сцене группа «Эсперанто». Я тоже на сцене. И мы очень рады, что вы так вот нас позвали, пригласили. И что вы нашли время, возможность. Отложили все дела. И пришли сюда на этот концерт. Спасибо вам, друзья, огромное. Спасибо. И по традиции «Планета сердца» вторая песня в концерте. Будьте счастливы, влюблены, здоровы и желательно богаты. Под ваши аплодисменты. «Планета сердца».
кредит. Я все пойму однажды, потому что мне не важно, что увещать.
разноцветные пташки за окном чирикали. И луна без ног надо мной, над тобой отразилась в окне, засверкала бликами. И ничего такого тут нет, это не сон и не бред. Ты не бойся, он хороший, хоть на нас и не похож. Не похожий на тебя, не похожий на меня, просто так прохожий парень чернокожий. Не похожий на тебя, не похожий на меня, просто так прохожий парень. Самбо. Думаю, что кто-то ее уже знает. А, да. Вот этот парень молодец. Вот когда молодец, тогда молодец. Еще с ними с уроками. Главное, ты уже знаешь. А всем, кто эту песню не знает, не, скажу, не пугайтесь. Песня новая, но очень похожа на старые. Вам будет привычно. Самбо под ваши аплодисменты. Поехали!
заметно.
что происходит. Дверь на замке, ключ не подходит. То, что в руке, жизнь — это все, все и все.
Привет, я этого не знаю. Рапорт сыграли, можно домой идти. А еще рано. Не знаю, как вы, мы домой пока не собираемся. А что вы сказали? Рома, интересно. Сколько интересных предложений, вы знаете, на самом деле. Хоп-хей тоже. Посмотрите, вот это вот... Было время, много лет назад. Был мальчишка, тот счастливее всех на свете. Было время, кто-то был богат, кто-то был свободен, словно южный ветер. Ну, давайте. Возрастов. Мужчины! Ну, мужского вида, зачем вы поете женскими голосами, мужчины?
Я догадываюсь, что это не та песня, которую вы поете, собираясь в мужскую компанию. Давай нашу, давай. Было время, вряд ли. Вот. Слов не знать, ну хотя бы так промычать вместе с дамами, но помочь, поддержать, чтобы хор был настоящий. А дайте мужчины одни. Ну просто на характер. Раз, два, три, четыре. Женщины, помогайте. Еще погромче. Здорово, вместе с дамами. Образовался сводный хор здесь. Так что здесь, если вечерами вдруг делать будет нечего, можете собираться сами, без нас же попеть что-то. Одна песня уже есть в репертуаре. Так, ладно, это спели. Сколько? Дайте такую старенькую. Вот-вот. Сейчас должна пойти. Thank you.
А вы... Не уходи, постой, просто побудь. Я не прошу, и я пиво не кричу, мол, не уходи. Обязательно. Надо вам принять правильное решение. Кто-то крикнул про романтиков, вот один кто-то сказал. Я думаю, хорошее предложение. Попробуем. Парадоксально день начинается сном. Все хорошо, только что-то не так с этим днем. Ростаны роли тролля маленьким троллем, который здесь ни при чем. Все хорошо, только запросто сон не идет. Он недоверчивый пес, он застенчивый кот. Солнышко стало мало. Маленький принц был устал от банальных забот. Yeah.
осень, плакана летним дождем. Сколько их судеб будет, кто на сегодня решится на верно потом? Кто на сегодня решится на верно потом? Эсперанто!
Очень хочется спеть для вас песню, которая называется «Ай-яй-яй». Вы скажете, например, ну так и позже, у тебя все для этого есть, оркестр и так далее. Срывайте. Рвет. Итак, скажете, ну так и пой. Ну, так я с удовольствием. Но, понимаете, если мы будем эту песню петь, а вы все будете сидеть, ничего не получится. Я предлагаю, давайте все на эту песню встанем. Во-первых, засиделись уже. Ну, не ленитесь, сейчас почувствуйте, как хорошо встанет сразу. О, пошло, правда? Ну, конечно. Yeah.
Спасибо огромное, друзья. Спасибо за ту радость, которую вы нам сегодня подарили. Спасибо. Ваши улыбки, ваши аплодисменты. Ваш замечательный сводный хор. И хоть это и неправда, лето только начинается, но из песни слов не выкинешь. На дворе осколки лета. И почему не выкинешь? На дворе начало лета. Я тебе открою тайну. Все вернется, тень от солнца. Да. На восходе лучик света разбудил тебя случайно. Я ушел, но это только
вокал музыкального коллектива «Верфи на 7». Трамбон Александр Мичурин. Труба Виктор Романов. Труба Алексей Подоченко. Саксофон Константин Очкашков. Бэк-вокал участницы проекта «Голос» первый сезон «Черепинал» Елена Алексеева. Гитара Алексей Булгаков. Гитара и бэк-вокал Александр Ольсман. Бас-гитара Алексей Таков. Перкуссия Илья Бернис. Барабаны Алексей Красов. Их никак нельзя понять. Плакать не серьезно. Я вернусь. Крикнул хоть один. Ну, конечно же. Ты забудешь обо мне, на сирене упай луне. Может, только на мгновенье. Оставляй для меня тонкую нить. Только капну сожалению. Она не забывает.
Счастья, любви, здоровья, процветания, хорошего отдыха. Не сгорайте. И чтобы все было хорошо. И до новых встреч. Давайте встречаться чаще, чем один раз в жизни. Спасибо. Пока.